Так, привет всем. Ну вот это только повключал своих детей вот этих вот. Тут сейчас начали, тут у Лехи сидят барбусы. Не хотят играть. Вот я думаю, давление сильно много играет роли. Вот у меня сейчас он барометр глянул, 770. Аж 770. Капец давление. Ну, ртутный столб вот этот вот. Тут он сейчас поставил артемуху, хай, бо тут уже раки скоро будут, наверное. Тут уже раки точно, а тут еще помоложе она оказывается. Вот это надо скармливать. Это надо скармливать. Эти тут сидят все. А, и надо самам там что-то у них с воздухом, по-моему, у меня. О, сейчас есть, сейчас пошел воздух. Сидят и сидят, но надо подменить им водичку. Надо, чтобы они сделали икру. Вот как раз проверим. Ну, сильно высокое давление. Мне кажется, рыба активная была тогда. У меня вот тут вот лежал прям барометр на столе. Я помню, прям аж в тернеце играли, все гуляли. И тернехи тут носились между собой. Тут такое шпилево было, что, ё-моё, я думал, они и повыпрыгивают. Тут и самцы друг на друга засматривались уже. И давление тогда было 740, по-моему, с чем-то. Потому что рыба самая первая реагирует на давление. Хотя и люди тоже сейчас. Смотрю, у кого какой возраст. Что тут? Бляш. Кстати, гляну. А ну этот не сдох. Вылупок. Да не. Бля, еще живой. Ну, помог, наверное, этот аквабактол, да? И что? Ну, все, вот посмотри какой-то, да? Вот тут, сука, вот он какой-то подзатянутый, все, черт. Ну, вот танцечки маленькие. Так, что ты, бляш, сидит? Ну, икра там за ним. Икра там была, по крайней мере. Ты. А ну, гэпэк. Слышишь? Что делать тут? Потому что та пропала у меня. Я свет тут не включаю, бо Артемия хреново соберется. Та икра у меня пропала почему-то, я не знаю почему, вода или такая, я хер его знаю, что ей надо. Да хер на него, давай я включу сейчас тут. Короче, ну где тут, Артемия тут есть, ну что-то мало тоже. Хотя это ж я уже кормил с этой уже нормально, надо вот эту ставить. Не понимаю, где она? Да что-то есть там по верхам. Ну вот что там, ну я сейчас, я потом погляну. Вода мутная? Нет. Потому что что-то вода помутнела. Большую половину икры пришлось выбросить. Ну, вода это моя осмосная. О, бля, а кто это тут, сука, наделал вот это дело, а? Посмотри, как можно было перевернуть стакан. Кто вот это наделал? А, знаю кто. Тут же Кузя сидит. Сукин сын. Анцики могли. Вон молодой самец уже, ля, какой здоровый. Да, это Кузя сто пудов. Влупил стакан, носились, видно. Так что вот такие вот, короче, что тут вы? Вчера я поменял воду, ну, бля, ничего не словил фильтр, не мутнячок. Ну, чуть-чуть белеса есть. Так тут моя ж вода идет, вот эта с сероводородом. Этот высох уже, аэролифт. Так и не высадили вчера вот этих шлёциков, надо будет их переселить сегодня туда, к тем мечам. Ну а что тут будет толк? Они вроде желтенькие, непрозрачные, белые непрозрачные, а эти такие, ля. Ха, смотри, ля, улитку долбает, она такая дынь-дынь, видели, да? Они еще такие жиганы. Смотри, с какой стороны на них посветить. Они вот то желтенькие есть, то... Не, ну сейчас вроде смотрю, они так вроде желтенькие. Ну телефон не передает, такие вроде желтенькие. Хотелось бы еще, конечно, попробовать Данюх отсадить. Вот тут вот леопардовая, я же говорю, я уже собираюсь их неделю отсадить. Ведь они уже тут повыбиваются. Вот они сейчас на голодный желудок, не кормленные. Хрен их знает, да? Вот что это? Ну вот это самка точно. И то самец стопудово. Да не пустые. Они уже тут, уже поздно, я прозевал этот момент. Надо было раньше, когда они вот это тут были, надо было раньше их откидывать на икру. Так, ладно, в общем, как-то так. Лежат же купленные светильники, до сих пор же не поставил. Ну, ничего, поставим, успеем, куда нам спешить. Как что, короче, вот такие калачи-пироги. Всем спасибо за просмотры. Сейчас надо самому глаза промыть, учиться. Учиться, умыться, да. Валерчик, что ты, голодный, Валерчик? Валере, пора уже воду менять.
кому подписываемся, кому интересно, видите, я еще спать, я еще не проснулся. Кому интересно, подписываемся, кому нет, отписываемся. До новой встречи в эфире, мир, дружба, жвачка, всем пока. У меня уже и чай остыл. Конечно, остыл чай. Ну вот, давление, смотрите. Видите, какое? 769. Ну, посмотрим, что он вечер даст, покажет. Все, пакетушки. Надо откачивать эту. Надо вот сейчас это нацедить им раковой этих тут. Да что-то есть там такой понт вообще, да, да? Вообще там хрень такая. Так мне выключить, хоть собирается. Потом сюда переставлю. Это надо заряжать заново. О, вот эти главное покормить. Тоже им надо порядок сегодня навести. Вы что, живые тут, вы? Живые. Может, с тернецами? Точно. Я что могу тернецей сюда. Ну, посмотрим, может, самов каких-то откинуть.